По традиции, праздничное шествие начинается от Вирусских ворот. В этом году выбранное место оказалось как нельзя удачным. Реконструкция главного входа в старый город не велась более 30 лет. Вирусские башни простояли несколько веков. Лишь одна из них слегка наклонилась. Можно сказать, что у нас есть своя, пусть и небольшая, Пизанская башня. В течение веков исторические ворота, которые теперь стали одним из главных символов города, видели разные времена. Теперь они полностью отреставрированы. Более того, власти столицы пообещали, что горожане присутствуют при рождении новой традиции. Старейшина Кесклин Аламнами пообещал, что каждый год гням старого города будет приведен в порядок какой-либо объект в старом городе. Уже в субботу открылись рынки ремесленников и традиционные мастерские. Работают они и сегодня, а завтра также откроются рано утром. Ведь девиз дней в этом году – мастера сквозь века. В моей мастерской можно будет изготовить плетеный ремень. Он состоит из 4 кожаных полос и потому очень толстый и прочный. Более того, со временем под влиянием солнца и влаги он становится лишь прочнее. Я сама покажу, как его плести. Я уже работаю всю жизнь, с 15 лет. В общем-то, учился в училище, в единственном Советском Союзе в свое время было оно. Вот. И, скажем так, прикипел. Вот. Ну, сказка, это словами не передать это. После того, как шествие завершилось на Ратушной площади, началось большое танцевальное представление. Его подготовил театр «Полигон», и зрители смогли увидеть и жонглеров, и каскадеров, и ансамбль барабанщиков. Сквозной темой стали таллинские средневековые легенды и образы от строительства церкви Олависта до пляски смерти из Нигулиста. Дни старого города на сей раз уже 34-й раз. И сначала они начались с одного дня, а затем все-таки 4 дня или неделя, а сегодня в этом году даже 8 дней. И учтите, что вот до следующей субботы включительно в старом городе и в окрестностях постоянно что-то происходит, все не обойти, все не посмотреть. Сколько концертов, представлений, перформансов и даже спортивные бега для бюрократов на каблуках и при галстуках и все такое прочее. Вторник называется «Днем здоровья». На площади башен Торневалек откроется целая специализированная улица. Можно будет померить давление, определить содержание холестерина и сахара в крови, проверить зрение, пройти экспресс-ВИЧ-тест. На площади Вабадузы пройдет эстафета детских садов, а школьники совершат марш до пруда Шнелли и обратно. Программа «Дней старого города» включает в себя около 500 самых разных мероприятий, и лучше всего ознакомиться с ней на интернет-странице Таллина. Завершатся дни исторической реконструкции фрагментов сражения времен Северной войны. 6 июня в битве опять сойдутся войска шведского короля Карла XII и Петра I, но итогом станет подписание мирного договора между враждующими сторонами. Владимир Михалков, Екатерина Плехова, Рига Пресс, Первый Балтийский канал.